давно хотел это сделать. В Америку летите? Да, переезжаем. Америка самая свободная страна. Страна возможностей. А вы с мужем летите? Да, мы вместе. Он сейчас подойдет. А вот и мой муж. Знакомьтесь. Эмили. Простите, мистер. Пассажиры позади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо. Мы же их не заставляем, это... Простите, но в США принято придерживаться принципов демократии. Позвольте, я это заберу. Парень, тут очередь в туалет. What do you want? В очередь, говорю, ставь в туалет. I want to go to the toilet. Простите, мистер, что случилось? Да вот парень без очереди лезет тут. И что? Вы не хотите его пропустить? Я? Конечно, конечно. Его надо пропустить. Мы подождем. Его народ долгие годы терпел притеснение белых. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр. Прошу вас. Пересесть в носовую часть самолета. В смысле, я один? Нет, вы все трое. Зачем? Там сзади пара, они child-free. Дело в том, что ваш сын попадает в поле их зрения, и это вызывает у них дискомфорт. Прости, матушка Россия! Мы возвращаемся!